Друзья, всем привет! Сегодня так случилось, что на улице аж минус 30 было с утра. Сейчас потеплее стало, где-то 25-26 минус. А еду сейчас до Кирова, потом небольшой перерывчик, пересаживаюсь в микроавтобус. Уже там с друзьями, со спортсменами едем в республику Мариэл. Там будет кубок республики. Как-то так. Прошлый год там заняли 4-е место командой. Сейчас едем этой же командой, у нас состав. Я, Криша Фуглет, Андрюха Кушов. Надеюсь, у нас ничего не поменяется, состав не изменится. Нам не хватило прошлый год 2 грамма до 3-го места. И как бы обидка-то осталась. Ну ладно, дело не в этом, а дело в следующем. Лет 10 назад я впервые столкнулся с интернетом. Соцсети, YouTube. Создал свой канал на YouTube. Также я впервые познакомился через некоторое время с интернет-магазинами. Первый заказ я сделал в интернет-магазине «Снасти Киров». Знаете, что самое интересное? На данный момент я только сейчас осознаю, что ни в каких интернет-магазинах я больше нигде никогда ничего не заказывал. И интересно стечение обстоятельств. Когда я стал спортсменом, спустя лет 7, наверное, с первого того срока, как я познакомился с магазином «Снасти Киров», я приехал на соревнования на областные, познакомился там с Гришей Фурлетом. На то время он уже стал мастером спорта, выиграл чемпионат России по мормышке. И для меня это было знаменательное событие, то, что я соревнуюсь на одном льду с такими вот знаменитыми спортсменами. Команда «Снасти Киров», все дела. Теперь, друзья, случилось так, что в команде «Снасти Киров» уступаю и я, когда выезжаем на выездные соревнования. А это значит, что я достиг того уровня, чтобы выступать с лучшими спортсменами области в лучшем интернет-магазине. В интернет-магазине «Снасти Киров» есть все: рассрочки, распродажи. Вы можете купить любые снасти. И все это по низким ценам и со скидками. Друзья, обратите внимание на ссылки в описании. Их я оставляю не просто так. Их я оставляю специально для вас. Ну и вам, друзья мои, конечно, большое спасибо и за помощь, и за то, что болеете, переживаете вместе со мной. Но у меня сейчас сутки бессонные. Надо вот реально сутки практически. Потом день соревновательный. Короче говоря, за эти 2 дня, за 3 дня и 2 ночи я посплю часов 5-6. Дай бог, если еще получится. Вперед. Так, друзья, мы на месте. Вот пруд. Сегодня здесь будут проходить соревнования под названием Кубок Республики Мариэл. Кроме Республики Мариэл принимать участие будут команды из Кировской области, это мы, и Республики Татарстан. Так что есть некий замес. Команд немного, скорее всего, будет. Но все-таки машины еще подтягиваются. Мы всю ночь были в путях. Не знаю, попробуем поснимать что-то. Но в целом приехали рыбу ловить. Были некоторые форс-мажорные обстоятельства. Об этом не будем упоминать. Но главное, мы добрались. И будем бороться за медальки. Молодец. Спасибо. Кстати, вот на этой технике мы сюда добрались. Здесь у нас все чемоданчики ехали, а там все мы. У нас одна команда ехала на своей машине, так что не все мы приехали тут. Вот, вот третий регион. Что, у меня нету ни у кого.
Блять, а я слышишь, что деньги-то? А что раньше? Сколько градусов, наверное, 20? У нас в городе 19, за городом 29-27, вот так было. Не, у нас 30 было, я выезжал, 20, да. Но... Так я говорю, я вчера с луков пиши коптил, 26 я выезжал. Сейчас 16 показывают интернет. С ветерком. Только с ветерком. Вот лишь бы ветра не было. Нет, тут там, видишь? Да, он внизу, сверху, да-да-да, нормально. Наверху-то ветер нет. Спасибо. Ты мотыля забрал у него? Настя Киров или Киров Настя? Настя Киров, Настя Киров. Командорма освободится. Фамилия? Фурлет Григорий Викторович. Екатерин Юрий Андреевич. И Кушов. А, Б. Погрузите. Сделайте в ряд. Я так и сниму. Он так не понимает, а в ряд. Вот так все. А. Так, рулет. А. В. Я Б. Я В. Ты В, я Б, да. Так, и сразу второй. А потом, если что, напомните, да? Да, да, я вторым тоже. Так же в ряд можно делать. Б. В, ты остался, мы с ним поменяем. Серин, В. Да. Так, понял. На второй тур после. Да-да-да. Да, да, да. Флажки. Так, флажки. Так, раз. Два пакета. Да? Торгую, блядь. Щуки, ты спроси, может, будут это, кто личненький еще. Так я в Харатичку. Блядь, что это вас объединят просто и все в команду. Потому что я помню, где это было. Занят, ты что это? В этом поле. Что, все собрались, да? Походу, да? Да, все. Походу, да. Что, всех поприветствовал в Арийской земле. Спасибо, что приехали. Сейчас в наше время очень сложно, это как бы. Многие команды не смогли, кто-то заболел. Ну что, с открытием сезона. Ура! Все, времени мало у нас. Будем-то тихонько расходиться по зонам. Где как зоны располагаются? А, Б, В. Лево, направо. Кто судьи зон-то буду, чтобы определяться? Я буду в А зоне. Я в Б, он в зоне В. Понял, все. Сейчас я еще чуть-чуть. Нет. Там А, там Б, там В. Да. Сейчас я еще чуть-чуть зону А сдвину в ту сторону. Чуть длиннее будет, там, да? Да, она чуть коротковато получилась. А где с ней коротко? Нет, нормально. Там нормально. Нормально, поедем. С берега заходим. С берега заходим. Да. С берега можно. На пакетах очень плохо, номера еще написаны. Там уже, да, размыто. Флажками будем сдавать. Если размыто, да, тогда сдаем с флажками. Потом обратно флажки заберем. Вначале строимся у зоны. За 5 минут вход в зону будет. В общем, 8:25 вход в зону. 8:30, да, 8:30. Спортсмены вошли в зону. Через 3 минуты прозвучит команда «Старт».
саблями пришел, да? Работает? Помогаем. Ну а чё? Ты у нас звонишь уже? 4 грамма. 4. Я тебя вроде не видел. Сам не видел, что там. Это 8, да. Маленький энер нынче. Че? 926. Друзья, пока у нас все очень красиво. Мы команда идем. Каждый свою зону выиграл. Но я в своей зоне рыбу меньше всего поймал. У нас позже начала рыба клевать. Но я удивился, я думал, я второй и третий. Зону взял. Также Гриша свою зону выиграл. И Андрюха Кушов свою зону выиграл. Короче, молодцы. Держимся пока. За медаль идет бороться вам в любом случае. И Гришке тоже. В этой же.
тоже выступили достойно. Не буду пока ничего говорить точно, но около дела. Сейчас посчитают, все скажут. Возможно, и в личке будут медали, но в команде 100% будут медали. Махай! Так что посмотрим, посчитают и все. День рождения. 11 место занимает команда Новый Терьял. С почином, с почином. 10 место заняла команда Дагестан 2. Девятое место команда Потенциал 2. Восьмое Потенциал. Седьмое сборная. Шестое команда Стасти Киров 2. Девятое команда Кислород. Четвертая команда Вятка. И призеры. Третье командное место с суммой баллов, сумма мест 28, занимает команда СКС. В составе вторая команда Сатронов. Смотрите, что? Вот хотел что-то. Я еще раз пытаюсь. Чего вы тут парад достанете? Андрюша, что ты говоришь? Вон. Рома. А что такой не надо? Команда Стасти Киров 1 в составе Бурлет, Петерин, Ушел. Андрюх, расправь. Так. Так, 10 место занял Ершов. Команда Потенциал. 9 место Волкоморов, Воль 43, город Киров. 8 место Смольников Алексей, команда сборная. 7 место Пузикин, Воль 43, город Киров. 6 Кусов, Стасти Киров 1. 5 Кабанов, команда СКС. 4 Сараев, команда СКС. Ну и призеры. Третье место. Сумма мест 4 занимает Ляхов Максим, команда Кирова. Давай.
Второе место старался, занимает Петерин Юрий из команды «Санкт-Петербург Кирофоген». Нормально. Нормально, видно. Четвертый Юр. Ну и чемпионом Кубка Республики Мариэл. Даже чемпионом, абсолютным чемпионом становится Пурлет Григорий. Ha ha ha.